Ребятки, всем доброе утро. Вчера были в Фуджере, сегодня у нас Дубай. По классике. Вышли напротив GBR-а и кастингуем. Вся рыбка здесь, потому что малек весь зашел сюда. И мы так же само здесь вместе с ней. Уже успели поймать кинга, поймать квина. С утра не включался, потому что объяснял ребятам техники проводки, техники заброса. Что делать, когда мы перемещаемся, как забрасывать и так далее. Че, продолжать свою рыбалку. Вот то сильный рывок, которого... Не спеши, если она рывок делает, все, ты не дергаешь. Все, держи. Ей надо время устать, там хорошая рыба. Ей надо время. Нет, если ты ставишь спиннинг, зафиксируй воблер за самое нижнее колечко, а потом вставляй его. Все, не спеши. Он просто сделал рывок вперед и все. Не так часто, она же очень быстрая эта рыба. Как рыба на нее реагирует, как бы у нее кормовая база там 2-3 сантиметра малек, а здесь 17 сантиметров. То есть рыба ее видит как помеху. Она ее бьет как помеху и, соответственно, уже мордой за там 3 тройника стоит, мордой уже за нее багрится. Ну идет и... Вот этот вот воблер, за который я вам говорю, 170-й. Здесь у нас квинфиш. Квинфиш хорошего размера. Видите, как я говорил, видите, он мордой ударил и подбагрился. Открывайте. Белый, кстати, белый сработал. Так, отпускай, давай, потому что он сдохнет сейчас. Отпускай воду. А, этот? Да ему уже хана, все. Что, он умер? Конечно. А? Отпускать ну, или попробуй. Нет? Попробуй. Я, да, держи. Вторая рыбка у нас. Ладно. Эрлан, помоги ему, пожалуйста. Смотри, смотри. Вот так, держи. Удочка даже вся вот так. Вот так вот. Держи, старайся, чувствую это. Или, у тебя слабина, видишь? Не расслабляй никогда лезть. Расслабишь он. Обрежь. Слабина, но у тебя уже должна была два раза сойти. То есть ты подтянул, подмотал, вон она идет. Кингфиш. Кингфиш? Да, кингфиш. Стой, 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 не доставай из воды. Стой, 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 стой. Все, держи, 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 держи. Держи, 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 держи. Все, подтягивай наверх. Отходи назад. Шакала. Больше катушка не крути. Ирлан, откроешь ему катушку. Отойди, отойди. Не ложи спиннинг, наверное. Все, открывай катушечку. Все, молодец. Вот такая рыба у тебя. Красавчик. Королевская макрель. Так, борьба идет. Подтянул спиннингом, подмотал. Не крути мясорубкой, это неправильно. Подтянул, подмотал. Ирлан, помоги ему. Поднимаешь. Когда опускаешь, опускаешь. Ирлан учит товарища. Крути, 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 когда приопускаешь. Вот. Поднял. Потом надо ты чувствуешь, в этом же весь кайф, когда он двигается. Ну, то есть... Ирлан, знаешь, учит товарища, учит товарища. Расскажи, как ты марлина доставал. Нельзя рассказывать. Чего? Ты должен сам попробовать это. Вот, а сейчас он правильно делает. Сейчас он правильно делает. Сейчас правильно делаешь. Только смотри, видишь, это, ты или сюда уведи его, или сюда уведи. То есть, да, смотри уже по рыбе, в какую сторону она идет. В какую сторону идет, видишь, она сюда уходит. Смотри уже по ней, да. И старайся вывести ее, сюда на борт уходить, Игорь, чтобы тебе сейчас неудобно будет так стоять. Аккуратно, аккуратно, выходи на настоящую позицию. Все, да, не спеши. О, не спеши, не спеши, главное не спеши. Лицо что-то не слышно, что работает. Да, нормально.
Она уже за, ее уже можно было вытащить. Да? Конечно. Она уже сдалась? Там просто не балуется. Возьми спиннинг, пожалуйста. Ох, nice size. Да ладно. Хороший, да, ну этот, помоги им. А, не, это Queen, Кала. Это Queen. 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 Yes. Так, хороший Queenчик. Где он? Ну, видите, как он за обер подбагрился. Он так постоянно багрится. Жаберной крышкой. Ага. Little bit up. Крышечку открывать. Молодец. Хорошо. Вот такой вот у нас Queen. Все, молодец. Ребятки, много получаю от вас вопросов, какие воблера я использую на рыбалке здесь, в Дубае, для ловли, тут возле GBR, Kingfish, Kingfish. Да, смотрите, вот такие вот СПшки, это сотка, по-моему, кстати, у меня уже вода набрала в середине, прокололась. Также самое использую вот такие вот 110-е воблера, это тонущий воблер, 110S-очка. Также самое вот такие вот без лопаты, они как стики, они как бы как волкеры плавают. И вот этот еще очень, кстати, популярный цвет. И сейчас еще покажу, это тоже, это 110 эска, сейчас покажу воблер, на который вообще лучше всего клюет. Сейчас, одну секундочку. Короче, ребят, вот такой вот воблерочек. Он, по-моему, 170-й. Но видите, у меня он поломался. Почему не ломается? Потому что тут в середине стоят вот такие шарики для дальнего заброса. И внутри пустышка. То есть из-за этого он очень часто ломается. Он уже такие 4 штуки поломал. Но работает он очень хорошо. Работает по крупному кингу, по крупному квину. То есть, ну, рекомендую. Он как-то называется Underlock. Ну, кому интересно, пишите в комментариях. Я напишу вам точно название этого воблера. В Эмиратах продают, его можно купить там практически в любом магазине. По пилькерам. Пилькерочки я использую такие вот продолговатые. Тут видите, стоит один ассист. Можно также само ставить еще снизу тройничок, кто любит там рыбку побагрить. И такие же самые вот есть. Чуть-чуть он изогнутый такой, как наша блесенка. Тоже я... Можно один ассист использовать, можно два ассиста. То есть вполне достаточно. Можно и на дно в камне опустить, и можно и в толще воды. То есть, ну, абсолютно легко провести. И сейчас покажу вам пилькерочек. Вот, вот этот пилькерочек. Вот, очень мне сильно нравится. Он такая у него, как он, как блесенка. Я его в магазе здесь покупал. Не знаю, мне он по Golden Travel, и, честно, лучше я не было. И сколько я вот до этого жил, когда в Абу-Даби и рыбачил там, то вот этот пилькер по Golden Travel просто был, ну, топ. На него, если она была, то она на него ловилась. То есть вот так вот. Еще вот у меня на другом спиннинге стоит тоже вот такой вот воблер. Это 110-й. Такой тяжелый воблер. Так, у нас еще одна рыбка. Кидай. Вот, смотри, и сразу он выходит. А здесь всплески. Баракуда. О, бля. Прикольно. Баракуда на GBR нечастый гость. Бля, хорошая, бля. Ну вот. Так, тебе нужно ее поднять наверх. Все, открывай катуху. Катуху открывай. Красавец. Все. Ничего себе, бля. А ты думал, а? Красавчик. Видите, на этот оберок на здоровье. Все правильно, да. Сейчас правильно делаешь. Если рыба только рывок делает, все, ты сразу замер. Вот, ты замер, да. Все правильно.
видите, мы тут у себя дома напротив GBA. Сошел? Сошла, да. А сошла, я вижу по спине. Бывает, ничего страшного, бывает. Ребят, что, взяли мы барракуду. Один квин у нас сошел, и вон Ирлан зацепил что-то хорошее. Ну как, марлин? Да, зацепил хорошую рыбу. И сейчас я вылачу. Это или кинг, или квин. Но, судя по первым рывкам, размер довольно-таки достойный. Ну, вижу, правильно ее. Она идет, ты ее по-быстрому. Чик-чик-чик. Если она идет. Что я там, блядь, раздупляться? Call, make it longer. Кинг. Все, не спеши, сейчас он возьмет этот. Кинг, это хорошо. Сейчас Кала крючок возьмет. Ну, его на этот воблер любит. Открывай. А, кам, 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 Кала, кам. Кам.